Важным этапом в проекте «Новый муниципалитет. Усиление реформ в Мариуполе» является привлечение молодежи к решению проблем города. Совместно с городским советом при поддержке агентства США по международному развитию создана муниципальная школа. Поступило более 70 заявок, но отобрано были 25 человек. Завершив обучение, участники проекта прошли стажировку в городском совете. Сегодня они представили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания в городе. Каждый из наших стажеров прикреплен к отдельному департаменту или управлению, которые вместе с ними сейчас работают над этими проектами. Я думаю, что сейчас уже дело времени, и какие-то проекты мы услышим, уже начинают внедряться или воплощаться, какие-то требуют более долгосрочной подготовки, но я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти трансформации. В презентации проектов приняли участие городской голова Вадим Бойченко, заместитель главы миссии USAID в Мариуполе Джон Пеннелл и постоянный представитель агентства США по международному развитию Орен Мерфи. Мэр поделился с гостями итогами работы в рамках проекта «Новый муниципалитет. Усиление реформ в Мариуполе». Следующий шаг, который мы сделали для того, чтобы быть максимально открытыми и прозрачными, мы начали опять же с нашими партнерами формировать стратегию развития нашего города. Стратегию до 2021 года. Для того, чтобы и жители, и наши партнеры, и предприниматели понимали, куда будет двигаться город Мариуполь. Развитие – это наша цель. Данные проекты – это методы ее реализации. Именно так Вадим Бойченко объяснил важность участия студенчества в проекте. Одна из тех, кто сегодня презентовал свою идею – студентка ПГТУ Мария. Тема проекта – дорожная безопасность. Этой проблемой она заинтересовалась еще в процессе обучения в муниципальной школе. Нам читали разные лекции, то есть практические работы. И вот я, изучая всякие статьи в интернете, поняла, что безопасность на наших дорогах не дотягивает до уровня хорошего. И когда я пришла на практику в департамент транспорта, мы с представителями департамента доработали презентацию, мы с ними обсудили идеи, возможности внедрения. Сегодня было презентовано 4 проекта. Предполагается, что их реализация начнется в самое ближайшее время. Валентина Чурикова, Виктор Зубенко, информационная программа «Зеркало».